7 команд участвовало в Олимпиаде воскресных школ. Одни уже имеют опыт, другие впервые пробуют свои силы в подобных соревнованиях. Здесь атмосфера, когда атмосфера радости и детской радости. Это самое важное, самое главное, что мы видим. Когда они все вместе собираются, всего благочиния, видят друг друга, знакомятся друг с другом. Пусть это проходит в такой форме игровой, но им тоже приятно, что они не одни где-то у себя в поселке или в селе сидят и учатся, а есть еще их коллеги, их друзья, такие же дети, которые ходят в воскресную школу, ходят в храм, верующие дети. И с ними тоже можно поделиться и знаниями, и радостью. Команда «Победоносец» ежегодно участвует в православной олимпиаде. Ее капитан Маша Касаткина уверена, выступят они хорошо, ведь кроме знаний воскресная школа подарила ребятам крепкую дружбу. Что тебе дает воскресная школа? Новых друзей, новые знания, веру в Господа. Почти 2 года в воскресную школу «Асида» при Успенском храме города Видное ходит Настя Бугрова. Эту школу посещают творческие ребята. Недаром они становились победителями олимпиады в течение последних 2 лет. Мне нравится изучать закон Божий, старославянский язык, рисовать, расписывать иконы. Для родителей посещение их детьми воскресной школы – большая помощь в воспитании. Его как отец Сафроний забрал в алтарь, все, вы знаете, мне даже, можно сказать, отдыхаю в отношении воспитания, в буквальном смысле. Но сказать, что дети воспитываются в излишней строгости, нельзя. И выступления ребят говорили об этом. Самым задорным оказалось выступление ребят из поселка Володарского. Команда «Миротворец» подарила всем участникам олимпиады радужные шарфики, как символ единства воскресных школ благочиния. И заразила всех особой радостью праздника. На олимпиаде проверялись знания, полученные на занятиях в воскресных школах. Вопросы были сложные, но ребята отвечали на них зачастую без времени на раздумья. Кто из людей вошел в ковчег вместе с Ноем? Ну, в ковчег вошли Ной, его 3 сына, жены этих сыновей и жена. Большую поддержку ребятам оказывали болельщики. И не зря группа поддержки команды «Миротворец» сорвала голоса. Ребята с Володарки заняли 1-е место. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.